Здравствуйте, дорогие подписчики, гости моего канала. Меня зовут Юлиана. 22 ноября обязательно сделайте эту практику, и изменения будут моментальными. 22 ноября идет крайне удачный день. 22 ноября наступает белая полоса удачи, и будут самые благоприятные сутки. При растущей Луне это крайне важно обращать внимание именно на лунную фазу, потому что она определяет заряд энергии и уровень энтузиазма. В этот день Луна указывает на тот факт, что с каждым новым днем будет повышаться ваш энергетический запас и стремление сделать что-то новое и добиться большего. Вы уверенно двигаетесь к полнолунию, и сегодняшний день пропитан уверенностью в себе. Будут исполняться ваши желания. Вы сможете решить сложные задачи и добиться высоких целей. Также не стоит забывать, что правящим знаком в этот день будут выступать рыбы. Это весьма необычный зодиакальный представитель с богатой фантазией и мягким характером. Именно с его подачи вы легко погружаетесь в глубокие мысли и будете стремиться добиваться хороших результатов. В принципе, в этот день можно реализовать даже самую немыслимую задачу. И удача будет обязательно на вашей стороне, что позволит достигнуть желаемого. Очень благоприятное время и по кармическому календарю. В этот день люди становятся открытыми. Также 22 ноября идет крайне удачная дата в романтическом плане. Невероятно легко встретить именно того человека, что предназначен вам судьбой. Вы обязательно увидите этого человека в толпе. В этот день вы обязательно добьетесь больших успехов. Что нужно сделать в этот день? Обязательно выбросить нужно старые вещи. Любую одну старую вещь. Это действие символизирует собой добровольное прощание с прошлым и вашу готовность двигаться в светлое будущее. Обязательно в этот день дайте милостыню. Если вам по пути на работу, на прогулке встретится бедный человек, просящий милостыню, обязательно дайте ему деньги. Сумма роли не играет, ведь главное, чтобы вы отпускали деньги с чистым сердцем и мысленно пожелали человеку добра. Ну и, конечно, вы можете сделать совершенно легкую практику на то, чтобы в вашей жизни пришла удача и счастье. Вам нужно в течение всего дня, в любое время, когда вы будете с кем-то здороваться, неважно, кто это будет, после того, как вы поздоровались, вы должны про себя тихонько сказать такие слова: «Счастье дарю, удачу свою ловлю». Сказали один раз, и этого будет достаточно. Если вы в течение дня с несколькими людьми здороваетесь, вы сколько раз будете здороваться, столько раз вы можете повторять. И вы увидите, как очень быстро в вашей жизни будут идти изменения, которые позволят вам сделать так, чтобы ваша жизнь была удачной.